семена капусты белокочанные сорта Ринда F1 позволяют вырастить гибрид с отличными вкусовыми качествами. Округлые кочаны набирают массу от 4 до 8 кг. Они отлично растут при любых погодных условиях. Растение не боится затенения и сорняков. Семена капусты порадуют кочанами с широким спектром использования. Приготовление салатов, первых и вторых блюд. Хранение до 4 месяцев. Квашение, соление и другие виды переработки. Для размещения рассады капусты подходит среднекислотная почва. Для получения максимального урожая, необходимо внести в землю минеральные и органические удобрения. Капуста белокочанная Ринда F1 – это травянистые. Капуста белокочанная Ринда F1 имеет средний срок созревания. Его плоды созревают в месяц август-сентябрь. Плоды имеют массу от 4000 до 8000 грамм. Форма у плода овально-шаровидная. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.